3 дня подряд мы работаем в комиссии, я вижу, что вот в какие-то моменты процесс полностью стопорится, в какие-то моменты комиссия начинает там активно работать, активно принимать. Поэтому, ну, понятно, что есть какие-то особенности подсчета, и, соответственно, эти особенности подсчета сильно влияют на общую картину, и для того, чтобы эта общая картина не выбивалась из каких-то их представлений, они начинают искусственно тормозить процесс. Вот мне так кажется.